быть подобного рода дискуссия. Пора выяснить, где правда, а где откровенная ложь. Проложить путь к исторической истине. РЭМ будет не... Кто-нибудь об этом сейчас говорит? Нет, разумеется, потому что это невыгодно. И сколько народу до сих пор искренне верит, что именно все так и было? Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. В программе, основанной на реальных событиях. Наш 20 век. Каждую пятницу после 23 часов на радио Вести ФМ. В Москве 5 утра.